февраль 2023 года, Сербия, такая вот погода, субботица, и вот такой вот автомобильчик Рено. Давно я видео не делал, мне попался такой автомобильчик, такой экземпляр в таком состоянии. Очень даже прикольный. Такой вот он. Чуть ли не сгнил вообще. Renault 4G. Видите, в таком состоянии. Вот он. Там внутри я уже не буду заглядывать. А так вот он выглядит. Вот. Человек пользуется и ездит. Видно. Не как раритет, а как езды. Это часто попадается, я вот видео редко снимаю. Сейчас вообще уже не снимаю толком. Попадаются такие автомобили, но то холодно, то еще что-то. То некогда. То телефон с собой нет. Вот посмотрите, полюбуйтесь. Мне нравится.